сила зависит лишь от того, какого рода знанием владеет человек. Какой смысл знаний вещей, которые бесполезны? Они не готовят нас к неожиданной встрече с неизвестным. Вот здесь очень интересный момент, который заставляет рассуждать. И вот мы первое предложение читаем. Сила зависит лишь от того, какого рода знанием владеет человек. И я вам хочу сказать, что мы можем говорить об этом применимо к любому знанию. Сильный художник или сильный мастер чего-то. То есть его сила заключается в его знании, профессионализме, его изучении того направления, которому он посвятил, которое ему нравится. И это не просто фраза «сильный». Да? Сильный – это то, что он владеет такими навыками, например, сильный музыкант, которыми не обладаем мы. И в первую очередь сила берется тогда, когда человек, обладая тем или иным знанием, владея тем или иным знанием, он в этом знании углублен, он в этом знании головой. Он этим знанием дорожит, оно ему нравится, и он в этом знании развивается. И более того, вы спросите любого гениального человека знания, да, человека знания, который владеет будь то профессией, будь то каким-то мастерством или каким-то инструментом, тот же художник, скульптор, творческая личность, тот же самый актер, сильный актер вот еще есть. Тоже, знаете, понятие к любой профессии можно применить сильным. И это в первую очередь человек, который это любит. Ему это нравится. Если вы спросите любого из них, обладаете ли вы уже каким-то достаточным знанием для того, чтобы остановиться, он вам скажет, что чем больше он узнает, тем больше он понимает, что он не знает. Насыщение силы зависит от того, насколько человек углублен в познании. То есть, когда человек развивается в своей профессии, развивается в своем знании или в своей области, естественно, что он будет сильным по отношению, по сравнению. Но самое главное другое, что если человек делает знание для того, чтобы показать себя другим, то он, как правило, ослабевает свою силу, потому что знание не на показ. Знанием можно делиться только для того, чтобы дальше развиваться. То есть нужно что-то отдать, да? Или, допустим, с помощью знания заработать себе на хлеб, заработать себе какие-то возможности финансовые даже, для того, чтобы развиваться дальше, чтобы вкладывать опять в свое знание и так далее. И очень зачастую многие, кто останавливается в своем творчестве, например, когда ему как вроде хватает все, они, как правило, останавливаются и в жизни. То есть, как правило, люди уходят, сворачиваются на нет, сворачивают свои достижения на нет. Тому примеры те же самые актеры, которые достигли пика славы, дальше не развиваются в своем мастерстве и, как правило, падают иногда очень низ и могут умереть даже бесславными. То есть, когда они делают акцент на свою популяцию, на то, чтобы показать свои знания другим, и эти знания ради того, чтобы показать. В первую очередь, вот это момент ухода от тщеславия или знания ради того, чтобы показать кому-то, они прекращают быть знанием. Поэтому владение, когда человек владеет своим знанием, в зависимости от рода деятельности, он является или обладает силой. Вот Кастанеда писал: сила зависит лишь от того, какого рода знанием владеет человек. И сказать, что, например, чья-то сила сильнее, а чья-то сила слабее, то здесь сравниваться довольно примитивно. Художник, да, хороший, сильный художник, например, тягаться с хорошим, сильным музыкантом. Это два разных направления. Точно так же, как и в магии, нельзя дать какое-то определение качества. Это если уже там, допустим, сравнивать в одной области, кто сильнее, то там можно как-то еще по каким-то критериям. Но, как правило, эти критерии
определенный уровень достижения. Нарисовал там столько-то картин по сравнению с кем-то там больше или меньше, или заработал больше денег или меньше. Это все человеческие понятия силы, потому что сила у каждого своя. Потому что в силе есть правда лично каждого. Доказывать эту правду кому-то другому и говорить, что моя сила самая сильная, а ваши силы там слабые, это глупость человеческая. Это самая большая глупость, которая может быть в человеке. Сравнивать силы по каким-то показателям. Определение силы в первую очередь определяется полезностью. Вот второй, какой смысл знаний вещей, которые бесполезны? Вот полезность в первую очередь не для общества, потому что общество всегда оценивает потребительски. Какую пользу ты можешь принести от своих знаний? Как ты можешь помочь там социуму или помочь группе людей или помочь человеку? То есть вот эта оценка потребительская, она, в общем-то, и нивелирует силу этих знаний. Потому что силу ощутить можно только тогда, когда получать ее для собственного развития, тогда эта сила там, даже другого человека или направления, она становится твоей силой. Поэтому учитель, передавая знания ученику, например, он передает часть своей силы, вкладывая в сознание того, кто еще не обладает этой силой, вкладывает в сознание того, чтобы он мог развиваться самостоятельно и достигать каких-то вещей. Смысл знаний, которые нельзя применить, это бесполезно. Это бесполезное знание. Здесь говорится о том, что когда мы знаем много чего, это сейчас мы живем в век информации, и информация полным-полно, да? Но если эта информация нас не наполняет и не делает нас практичными людьми, то грош цене этой информации. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Хуже бывает, если эта информация зомбирует человека и не дает ему наполниться своим знанием. То есть приобрести свою силу. Так вот, если рассматривать само знание, то знание – это определенный опыт человека. То есть мы, например, услышали информацию, получили информацию, и что мы будем делать с этой информацией? Мы, естественно, как нормальные люди, эту информацию проверяем. Более того, проверяя эту информацию, мы соизмеряем ее относительно полезности. То есть, если мы получаем какую-то информацию, опытным путем проверяем на полезность для себя. И только тогда, когда мы ее проверили опытным путем для себя, это становится нашим личным знанием. Вопрос, может ли мое, например, знание пригодиться кому-то другому, это уже вопрос больше не меня касается, а вопрос касается того, кто может взять это знание. То есть я могу поделиться при запросе. То есть если меня спрашивают, я делюсь запросом. Или, например, вот как в данном моменте, меня никто не просил поделиться важнейшими понятиями. Я это делаю для себя, в первую очередь. Но делаю это в открытом доступе, делаю это в прямом эфире. И вот, кажется, даже два человека смотрят, может даже больше, не знаю. У меня отражается только два. Тем не менее, эти два человека смотрят. Они могут не смотреть, но они почему-то смотрят. Значит, что-то они надеются получить, какие-то подсказки для развития. То есть эта информация может стать ихним опытом. Точно так же, как могут просмотреть после этого. Кому-то это будет пользой, кому-то нет. Но каждый выбирает из потока информации именно ту информацию, которая может быть практически применена. Делиться или отдавать для того, чтобы наполниться, это одно из обязательных условий развития человека. Прежде чем получить информацию, нужно задать себе вопрос, какую пользу она может лично мне принести, как это может изменить меня в моем развитии. Если информация, которую вы слушаете, смотрите, тратя на это свое время, то есть свой ресурс, она не приносит вам пользы, то это бесполезная информация. То есть информация, которая не даст вам знаний никаких. Почему? И вот дальше идет подсказка. Эти знания, то есть они не готовят нас
то бишь эти знания, к неожиданной встрече с неизвестным. А что такое неизвестное? Неизвестное – это определенный момент неожиданности, то, что мы не можем предсказать. Если это знание не готовит нас к встрече с тем, что мы не можем предсказать, то есть мы не можем принять решение, и наши знания, они ничего не стоят для того, чтобы мы могли что-то в своей жизни изменить, и изменить даже в первую очередь себя, то опять же это доказывает еще раз, что эти знания будут бесполезны для развития, бесполезны нам в жизни. Это будет пустая трата времени, пустая трата ресурса, пустая трата жизненных сил. И зачастую мы тратим очень много жизненных сил впустую, не давая себе развития. Мы, знаете как, а вдруг пригодится, а пусть будет. Это подход, знаете как, немножко нерационален. Поэтому прежде чем получить какую-то информацию, нужно задать вопрос, как она мне может помочь. Как она мне может помочь таким образом, чтобы я был готов встретиться с неизвестным. Вот это как раз и может меня развить. Мое знание меня подготовить к тому, чтобы я столкнулся, и Кастанеда, кстати, именно это имел в виду, неизвестно это смерть. То есть, если я умру, как это знание может мне помочь? Как я могу разобраться с этой смертью? Да? Опять же, что такое смерть? Это самое неизбежное, это самое главное, к чему мы идем. Потому что все остальное, это не что иное, как поддержание наших штанов, поддержание наших потребностей. И когда мы рассматриваем духовный аспект, как мы можем развиться, чтобы понять неизведанное, понять суть вещей, и по сути столкнувшись с понятием смерти, быть к ней готовым, чему готовым невозможно быть, но максимально быть спокойным в этом состоянии и понимать, разобраться, есть ли жизнь после смерти, и какая это жизнь, и как мы собираемся жить дальше, вот, потому что рано или поздно мы не бессмертны, рано или поздно мы умрем. Так вот, неожиданная встреча с неизвестным, здесь Кастанеда как раз и говорил. Вот эта неизвестность, то, что мы называем нашим развитием, к чему мы идем, это множественность воплощений или множественность жизней нас именно готовит к тому, чтобы мы не ныряли сюда, набираясь снова и снова опыта, а перешли в другие иные сферы или в другое понимание, в другое сознание. Вот это самое главное, о чем стоит задуматься. Это я просто вам закидываю такой вот ключик, чтобы вы могли подумать более насущным, чем более ненасущным. То есть насущное я отношу именно то, что будет дальше. Не в жизни, а в будущем. К чему я стремлюсь? Как это знание помогает мне развить меня как духовное существо?